5 июля. Город Адлер. Улица Чкалова. Время 17:30. После очередного дождя улица залита вся. Вот что творится во дворах домов. Центральный проспект города Адлера, напротив улицы Чкалова. Движение машин идет по одной стороне. Сейчас мы увидим, что стало со второй стороной дороги. Во время дождя уровень воды доходил до левого ограждения. Здесь вода уже сошла. Машины в основном выталкивали вручную. Дорожники сделали ливневый шлиф в сторону улицы Чкалова. Дальше трубы они не проложили. Вода течет с дороги прямо во дворы жителей. Вот что творится с ливневой канализацией в поселке на улице Чкаловской. А где вас вот? Там, на Чкалова. 24-й дом. Пойди посмотри, черные ворота. Да. А у тебя вот плюет?